За 9 месяцев текущего года экономика республики выросла на 103,5%. На лидирующих позициях остаются промышленность, торговля и строительство. С 2022 экспорт ориентирован на рынки дружественных стран. Также уровень инфляции сейчас самый низкий за всю историю Беларуси. В Беларуси установлен новый порядок хранения паспортов. Сейчас невручные документы граждан, временно находящихся за рубежом, будут содержаться в консульских учреждениях и дипломатических представительствах в течение 12 месяцев с даты выдачи. После они направляются в подразделение ОВД по месту жительства. В республике появился налог на сверхдоходы. Предусмотрено увеличение ставки на прибыль в 25%, которая больше 25 миллионов рублей в год. Такие меры коснутся 155 организаций и 38 тысяч плательщиков. К слову, количество зарабатывающих свыше 10 тысяч в месяц не превышает 0,3% граждан от общего числа. В Бобруйске до конца года снесут хирургический корпус больницы Марзона. На его месте возведут новое 8-этажное здание с палатами экспресс-диагностики, современными операционными и реанимацией. Строительство начнется в апреле 2024-го. К 1 декабря белорусы должны установить зимние шины. За несоблюдение предписаний следует штраф 1 базовая. При повторном нарушении от 74 до 185 рублей соответственно. Также рекомендовано изменить манеру вождения и быть более внимательным на дорогах.